уважаемые соотечественники, уважаемые граждане нашей страны, это тяжелое для нашей страны время, когда мы все находимся в изоляции, когда вся экономика стоит. Хотел бы обратиться словами благодарности нашим медикам. Поблагодарить за то, что они у нас есть. Поблагодарить за то, что сегодня они находятся в авангарде. Поблагодарить за то, что сегодня они у нас на передовой. Несмотря на тяжелые условия. И знак благодарности. Знак благодарности. Я выделяю однокомнатную квартиру в центре Бишкека с ремонтом в абсолютно новом доме для особо отличившихся работников медицины в это тяжелое время. И хотел бы обратиться к нашим строителям, застройщикам. Уважаемые коллеги, давайте поможем. Кто может?